Он – это чудное мгновение, запечатленное в веках. Он – воплощение вдохновения, и перед ним бессилен прах. Лишь он один из всех живущих не стал скончавшись мертвецом. Он вечно жив во всех поющих, и смерть здесь не звучит концом. Миссия Пушкина в том, что он создал богатейший язык. В день рождения великого поэта. 6 июня. Пушкин. Последняя дуэль. В 20:50. Дубровский. В 22:40. На русском. Иллюзионе.